В этом примере показано, как слушать музыку с USB-накопителя. При прослушивании радио система автоматически переключится на воспроизведение музыки после того, как USB-накопитель будет вставлен в разъем. Если в контекстном меню выбрать «Случайное воспроизведение», композиции будут воспроизводиться в случайном порядке. Композиции можно упорядочить по спискам воспроизведения, исполнителям, альбомам или папкам. Для переключения в режим радио и выбора другого мультимедийного источника в системе перейдите в контекстное меню и выберите «Изменить источник».